Российские связисты сегодня отмечают свой профессиональный праздник – День радио. В этот день в 1895 году русский физик Александр Попов осуществил сеанс связи с помощью сконструированного им первого радиоприемника, положив начало развитию беспроводной связи. Круг специалистов, которые считают День радио своим профессиональным праздником, с каждым годом становится все шире. С развитием новых технологий радио стало терять свою популярность, передает и Тартас. По данным ВЦИОМ, сегодня радио является источником информации для 12% россиян. Почти 92% узнают о событиях с помощью телевидения, 20% получают информацию из прессы и 15% из интернета. Ожидается, однако, что популяризации радио будет способствовать переход на цифровое вещание, которое завершится в 2015 году. Добавлю, новости нашего города несколько раз в день выходят в эфир на 5 радиостанциях. Оперативное реагирование на происходящие события, интерактивная среда позволяет формировать контент по запросу пользователя незамедлительно и актуально. В 2012 году в эфире наших радиостанций вышло 3170 выпусков новостей нашего города.